Вместе ради общего блага. Принцип работы нового главы администрации Советского района. Им избран Вадим Бородин, ранее занимавший должность замглавы по вопросам ЖКХ в администрации промышленного района. На заседании Совета районных депутатов Вадим Бородин получил подавляющее число голосов. Я вас хотел поблагодарить за оказанное доверие, именно меня выбора на пост главы внутригородского района. Я вам обещаю, что я сделаю все возможное, чтобы жителям и всем работникам, жителям, предприятиям было хорошо и комфортно в данном районе. Я думаю, совместными усилиями мы все это справимся с вами и выполним. Только совместными усилиями. Конкурсная комиссия рассмотрела 8 конкурсантов, которые предложили свои кандидатуры на должность главы района. Двое из них, Вадим Бородин и Евгений Старостин, были рекомендованы к рассмотрению на Совете районных депутатов. Свои поздравления и наставления новому руководителю района дают вице-губернатор Дмитрий Овчинников, председатель Гордумы Галина Андреянова и глава города Олег Фурсов. Задача главы внутригородского района – это не только приведение в порядок дворов и улиц, да, это нечто большее. Это формирование комфортной среды, достижение единства и согласия в районе. Вот это очень важно. В своем сегодняшнем выступлении, при оглашении программы, Вадим Александрович сказал о том, что он будет наращивать взаимодействие с промышленными предприятиями. Это очень важный аспект, который позволяет достигнуть единения, консолидации людей, развивать общественные советы микрорайонов, реализовывать установки губернатора через этот институт. Это крайне важно. Переизбрание главы района прошло досрочно. Это связано с трагической гибелью в ДТП предыдущего руководителя Владимира Сафронова. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов. События.